Даже и не скажешь, что уже конец октября. Прекрасная погода порадовала хвостов. После дождей, сырости и грязи сегодня наконец-то появилось солнышко в селе, где находится домашний мини-приют Людмилы Чернецкой. Ребятам пришлось подождать, пока подсохнет немножко, и вдоволь побегать. А под дождем как-то было не очень приятно им это делать. Ну а хозяйка наконец высушила все подстилки, тряпки, которые насобирались у нас за последнее время. А то просто была катастрофа. Сушить негде, стелить нечего животным. Сегодня просто волшебная погода. Хотя, думаю, это вы сами видите и по фото, и по роликам, которые будут дальше. В солнечных лучах все такое красивое, не скажешь, что уже конец октября. А так не хочется всем нам холодов. Хочется, чтобы вы порадовались вместе с нами, глядя на эти добрые, теплые кадры. Yeah.